Имом Хушаков, який из рахбаронів Фаъолият Ҷамъияти Тоҷикони Русия, дар як видео дар Фейсбук хабар дод, ки тасодуфан шоҳиди ба мушкилоти молӣ дучор шудани аъзои тими миллии Тоҷикистон оид ба Гуштини Самбо шудааст. Онҳо 12 нафар натавонистанд, ки барои ҳар кадом 150 доллар ва дар маҷмӯъ 1800 доллар барои ҳаққи иштирок дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии самбо ба ёди Харлампиевро пардохт кунанд. Ин мусобиқа 18-19 декабр дар Москва доир шуд. Имом Хушаков гуфт, бо кӯмаки ҷамъияти тоҷикон пули иштироки паҳлавонони тоҷикро ҷамъ карда супурданд. Вале ӯ ҳеҷ дарк намекунад, ки чаро аъзои тими миллии Тоҷикистон бояд аз ҳисоби худ сару либос бихарад, аз ҳисоби худ билет бихарад, то кишварро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ намояндагӣ кунад. Имом Хушаков аз қавли дӯстонаш, ки узви тими миллии самбои Узбекистон буданд ва низ дар ҷоми Харлампиев иштирок доштанд, гуфт, паҳлавонони узбек пурра аз ҳисоби Федератсияи самбои Узбекистон таъмини молиявӣ мешаванд ва аслан фикри ҷанбаҳои пулии иштирокашон дар мусобиқаҳоро дар сар надоранд. Ин бори аввал нест, ки масъалаи маблағгузорӣ нашудани аз ҷониби федератсия ва аз ҳисоби худ ё бо кӯмаки ёру дӯстон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафтани варзишгарони тоҷик расонаӣ мешавад. Моҳи ноябри соли равон то охирин лаҳза масъалаи иштироки Хушқадам Хусравов дар қаҳрамонии ҷаҳони самбо дар Сербистон ба сабаби мушкилоти молиявӣ зери суол қарор дошт. Носир Бозоров, масъули тими миллии самбои Тоҷикистон, гуфта буд, ки Хушқадам ба онҳо барои кӯмаки молиявӣ муроҷиат накардааст, вале танҳо ду рӯзи пеш аз шурӯи мусобиқот паҳлавони тоҷик бо изҳори сипос ба хешу табор ва дӯстонаш хабар дод, ки имкони сафар ба Сербистон ва иштирок дар чемпионати ҷаҳонро билохира пайдо кард. Зимнан Хушқадам Хусравов дар Сербистон сазовори ҷои сеюм ва медали биринҷӣ шуд. Паҳлавонҳои тоҷик дар ҷоми Харлампиев низ бо вуҷуди мушкилоти молиявӣ сарбаландона ҳунарнамоӣ карданд ва 5 медали биринҷиро ба даст оварданд. Произошла такая ситуация, очень необычная. Вчера приехали ребята со сборной Узбекистана, там, мои друзья, товарищи, мы с ними давно общаемся, сидели в гостинице, общались о том, как сборная Узбекистана, вообще государство Узбекистан помогает своим спортсменам. Узбекистан оказывает им помощь со всей стороны, то есть от носков до полностью одежды спонсируют, экипировка, одежда, питание, проезд, все полностью. И я очень хотел увидеть именно таджикских спортсменов, потому что, сами знаете, что по национальности я таджик, хотел увидеть своих сограждан, своих земляков. Здесь в холле увидел вот брата своего, Мухиддина, случайным образом, на самом деле все очень быстро и случайно произошло. У них очень некрасивая ситуация была. Оказывается, на самом деле я в шоке. Узнал, что их никто не спонсирует, федерация самбо, я не знаю, деньги выделялись или нет, но они здесь сидели, должны были заплатить по 150 долларов, чтобы принять участие в турнире на Кубке мира Харлампиева. У данных ребят не было денег. Соответственно, они рассказали данную ситуацию, мы со своей стороны постарались, позвонили в диаспору нашу, таджикскую, в Твери, организовали этот момент, нашли деньги, помогли им. Я думаю, что ребята пусть сами скажут это. Мухиддин, расскажите, как было на самом деле, да? Чтобы ребята поверили, что я здесь, ну, я здесь случайным образом оказался, чтобы никто не подумал, что я тут вообще специально пришел, что это для какого-то пиара или какого-то хода. Нет, я вам клянусь, я здесь случайно оказался, и мне стыдно, что в Таджикистане есть федерация самбо, которая не спонсирует, а не помогает именно спортсменам. Представляете? Какой пот каждый из них вкладывает, труд, их труд должен оцениваться каждым, каждый чиновник должен понимать, сидя на том месте, где возглавляют именно спортсменов, что вот эти ребята, каждый из них, это лицо нации, это гордость нации, они представляют страну, республику, они представляют, во-первых, свой народ, они приехали в чужую страну, и этого достаточно, чтобы за них люди встали и пошли. Пока такие ребята существуют, пока они есть, будет жить эта нация, поверьте, ребята. И пусть они сами скажут, как все это произошло. Расскажи, да? $50 каждый участник будет платить, когда участие во время субъекта.
Рамать калуми якеме акае умакида аз грекане аз 12 участника ай тоҷикистон иншалло ки пага баромад мекуна ҳама шами акад аз грекат бо дастгири ҳамё диаспора ҳама рамать калуми ки ман ёра ки мазар мура дастгири кардам. Сегодня пришли наш брат из Узбекистана выступал, он с нами тренировался, пришли его поддержать. Увидел своих родственников некоторых, которые выступают за сборную Таджикистана. Мне на самом деле, знаете, у меня в душе печально стало, что их никто не обеспечивает. Реально за этих людей, они приехали из Таджикистана за свой счет, представляете? Каждый из них из своего кармана отдал по $550, чтобы прилететь в чужую страну, чтобы выступить за свою республику, чтобы показать, что есть таджики. У них многовековая история, что они будут выступать за эту страну. Они гордо могут представлять этот народ на международных аренах. Вы должны, каждый из нас должен, независимо от того, я богатый или бедный, любой из нас должен поддерживать спортсменов, потому что каждая капля, пролитая в зале, они проливают не просто так, они проливают для поднятия имиджа нашего народа. Поэтому я прошу вас, помогайте этим спортсменам. Пока вы есть, и те, кто будет помогать, будет жить эта нация, и будет она существовать. А тем чиновникам, и кто это допустил, вот такое распустительство, пусть это будет уроком, и это будет на совести их. Пусть им станет стыдно, независимо от вида спорта. Каждый вид спорта и каждый таджик, который представляет свой народ на международной арене, он должен знать, что за его спиной есть хороший тыл, что государство его обеспечивает.